«Машинариум» — это новый проект от студии «Аманита Дизайн» Якуба Дворски. Многим игрокам уже знакома его оригинальная идеология «Саморост». Так вот, «Машинариум» можно в двух словах охарактеризовать как ее закономерное развитие. Перед нами проект, который гораздо ближе к классическим квестам, в менее сюрреалистичном мире и целиком посвященный жизни роботов. Мы оказались в мире, где нет ни одного человека или даже животного. Все, кто нам встретится по пути, сделаны из металла и болтов. Робот-музыкант, робот-бармен, робот-кошка, робот-попугай. Каждый из них обладает уникальными чертами, напоминая игроку о своем происхождении. Но при этом они все-таки крайне боятся заржаветь, к примеру, попав под дождь. Игра начинается с того, что главный герой находит себя на свалке. Как он туда попал и почему, станет ясно многими уровнями позже. А сейчас, договорившись с одним из местных роботов, необходимо собрать себя по деталям и для начала хотя бы подняться на ноги. У нашего подопечного есть одна уникальная способность. В любой момент он по желанию игрока может менять свой рост, таким образом доставая ранее недоступные предметы или же прячась в узких пространствах. Не стоит забывать, что скорость его движения при этом резко уменьшается. По сюжету нам предстоит спасти из плена девушку, а также остановить целую банду роботов-злодеев, которые пытаются подпортить жизнь нашему герою еще с самого детства, ну а теперь совсем уж обнаглели. Страсть к азартным играм еще подведет их, но только после того, как мы решим не один десяток загадок. Знание английского понадобится разве что в меню, в пределах слов вроде «save» и «load». Роботы общаются между собой, показывая на экране картинки, и смысл сказанного таким образом вполне понятен без слов. В игре замечательная графика. На каждом уровне прорисовано просто невероятное количество деталей, а главный герой с его девушкой по обаятельности недалеко ушли от знаменитой робопары Валли с Евой. Если некоторое время не тревожить героя приказами, он начинает вспоминать разные сцены из своей жизни, а еще он очень любит танцевать под музыку. В «Машинариуме», помимо традиционного поиска и комбинирования предметов, есть множество мини-игр, начиная от копий Space Invaders с пятнашками, заканчивая оригинальными задачками, придуманными специально для этой игры. Если не получается пройти очередную локацию, всегда можно попросить либо общую подсказку нажатием на значок в правом верхнем углу, либо подробное прохождение в картинках, если щелкнуть на другой значок рядом с ним. Во втором случае придется пройти еще одну мини-игру с ключиком, попавшим в паучье логово. «Машинариум» — отличное приключение для игроков любого возраста. С интересным сюжетом, красивой графикой и замечательной музыкой. Игра, в которую разработчики честно вложили душу, и это становится видно с самых первых кадров.